В Уральске провели ярмарку вакансий. В ходе мероприятия предложения о работе были представлены не только для безработных горожан, но и для лиц, состоящих на учете службы пробации и имеющих задолженности по алиментам. Подробнее в сюжете. В регионе на учете безработных находится более 15 тысяч граждан. Половина из них трудоустроена в рамках активных мер. В ярмарке вакансий в этом году приняли участие более 100 человек. Мероприятие проводилось в филиале «Карьерный центр» города Уральска коммунально-государственного учреждения «Центр трудовой мобильности». По данным специалистов, 30 человек, состоящих на учете службы пробации, и 6 человек, имеющих задолженность по алиментам, обратились за трудоустройством. На сегодняшний день работодателям требуются такие работники, как электрик, плотники, электромонтеры, грузчики. В ярмарке вакансий приняли участие более 20 работодателей. Также представлено более 300 вакансий. Предприниматели проводят активные собеседования, отбирая подходящих кандидатов для предложенных вакансий. Мы занимаемся производством межкомнатных дверей. Сегодня вот присутствуем на ярмарке вакансий. Сегодня много кто приходил на собеседование, сдавать резюме. Мы все контакты собрали. У нас сейчас вакансия объявлена в этом году. Разнорабочих принимаем, сборщиков дверей принимаем, грузчиков, операторов на ЧПУ, на четырехсторонники, станки принимаем. Много у нас вакансий, мы в ОМИКИЗ все это объявили. По словам организаторов, подобные мероприятия будут продолжены. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Джагпар, телеканал ТДК-42.